Нестабильность погоды, перепады температур от плюса к минусу, обилие осадков – основные факторы появления выбоин на дорогах. Вода попадает в трещины, замерзает и разрывает асфальт. У нас зима именно такая, так что дорожникам приходится постоянно вести ямочный ремонт. Без выходных и обычно ночами, чтобы не создавать помех транспорту. На особо важных участках работы ведутся и днем. По Ростову ежедневно задействованы 14 бригад, 11 единиц техники. Звонил на горячую линию дорожников. Они сказали, что начнем устранять. Сейчас вот я смотрю, делают. Здесь, ну, как, на Буденновском я проезжал часто. Потом на Каменке я видел, дорожники работали. На Сельмаше. Ямы заполняют методом пломбирования. Для этого используется горячая литая асфальтобетонная смесь, которая отлично схватывается при отрицательных температурах. Но так называемым пломбам нужно дать время застыть. Так что водители должны аккуратно объезжать ремонтируемые участки. Ставим конусы, работаем, и много водителей не смотрят на дорогу и просто сбивают, неуважительно относятся ко всей этой работе. И потом приходится переделывать за ними эту работу. Как бы потом эта вся смесь по дорогам разлетается во все стороны, мы ее приходится собирать, потом обратно перезаливать. С начала января по городу отремонтировано 7550 квадратных метров дорог. Дефицита в материале для дорожных пломб нет. Производят его на заводе в Ростове, который работает сейчас на полную мощность. По всем 8 районам города мы знаем, где какие проблемы. Конечно, масштаб он действительно большой, поэтому одновременно везде отработать не всегда физически получается. На данный момент мы усилились, у нас до 15 бригад ежедневно сейчас мы работаем. Сейчас даже заключены пару прямых контрактов на усиление. За качеством работ следят дорожные службы и администрация города. При необходимости количество бригад могут увеличить. Дополнительные контракты на усиление с организациями заключены. Кстати, водители, заметившие разрушение асфальта, могут сообщить об этом по телефону горячей линии 8-989-547-26-20. Алина Цыганкова, Дарья Лисицкая, Юрий Лешко, Первый Ростовский.